Кошечка наша, помидорчики черри, уже активно дают плоды. Сейчас покажу. Видите? Вот они. Бычье сердце подвязали. Даже решили вот такой эксперимент проделать. Посмотрим, что получится. И везде со мной мои помощники. Этот уголок, мне кажется, вы еще не видели. Потому что он рядом с вольером, напротив кухонного окна. Я здесь посадила в прошлом году тую. Она чудесно себя чувствует. Ну, посмотрите на папоротник. Ну, хорош. Вот прям хорош. О, какая паутина. Ого-го-го. Ну что, пойдем погуляем по саду. Посмотрим, что здесь происходит. Птички поют. Собачки бегают. Тепло. Очень хорошо в саду. Все цветет, все пахнет. Замечательно просто. Вот они. Кэш. Красавчик мой. Ты тоже говорящий кот, да? Кэш. Кэш. Кс-кс-кс-кс. Вот она, красотка. Вот она. Это сад перед домом. Пузыреплодник начинает цвести. Очень красиво цветет. Я обожаю просто это время, когда он цветет. Этот посадила только в том году. Он чуть похуже себя чувствует, но он тоже начал набирать цвет. И это здорово. Пионы скоро будут. Что тут есть такое у нас вкусное? Так. Так. У кого вкусняшки? Ну, сказка, ты проворонила свои вкусняшки. О, Лаури. Ванесса. Ванесса, молодец. Девочки, смотрите, какая жимолость тут у нас образовалась. Красота. Супер. Видите груши? Вот это маленькие груши. Пойдем покажу крыжовник. Смотрите. Это вот такое штамповое деревце. Оно у нас уже... А это смородина. Первый год она так довольно активно дала ягоды. Будем смотреть. Поспеет, вкусные, невкусные, не знаю. Ням-нямка. Домашняя сметанка. Кинза, помидорчики и огурчики. Так, куриная лапшичка. Немного сухариков. Получается легкий супчик. Вкусный.